Ну, условно говоря, у вас точно убиваются бактерии под ободком унитаза. Да, хотя проблема, конечно же, искусственная. Кто у нас еще есть из членов жюри? Почему я их не вижу прямо здесь? Да, прошу. Для меня важна актуальность решения проблем для меня, в первую очередь, потом инновационность проекта, скорость его внедрения, потому что мы знаем, что технология развивается, чем быстрее, тем лучше. И четвертое – это коммерческий потенциал. Коммерческий потенциал уже запущенного проекта. Хорошо. Кто у нас еще был из членов жюри? Вот же, Женя, конечно же. Господа, подтягивайтесь, пожалуйста. Три слова о том, что именно вы будете оценивать, и мы переходим уже к презентации результатов. Прошу. Так, что мы будем оценивать? Ну, для меня, как всегда, главное деньги в проекте, то есть как проект будет зарабатывать, что мы будем мать. Вот. Поэтому, собственно, для меня основное, есть ли в этом проекте бизнес или нет, и как к этому бизнесу проект придет, да, то есть внедрение, использование, да, то есть вот это для меня важно. То есть идея может быть не оригинальная, идея может быть уже где-то реализована быть, ее подали под другим соусом, но показали, как эту идею на нашем рынке применить, раскрутить и сделать это деньги. Окей. Да, молодцы. Женя. Значит, о чем я буду смотреть? Понятно, что я могу оценить некую техническую составляющую, так как являюсь представителем продакшена, но техническая составляющая – это вопрос просто кадров. Я буду больше смотреть, насколько вы это сможете продать. То есть, если вы сами не можете понять, что это, то продать это кому-то, для кого это, что это еще больше черный ящик. То есть, сделайте это не черным ящиком, сделайте так, чтобы я как клиент увидел, блин, я знаю, где здесь заработать, я это готов купить. Для меня вот это будет метрика. Да, и Костя. Да, я, наверное, буду обращать внимание на актуальность, соответствие решения проблемам, которые, собственно, мы наблюдаем, видим, там, может быть, положительные. Ну и насколько команда справилась, насколько она может адаптировать свою идею под реалии нашей, как бы, медийной жизни. Вот, собственно, и все. Ну и присоединяюсь к пожеланиям и комментариям коллег. Окей, и Богдан. Нечего добавить. Все, на этом закончили, ну то есть вот основные мысли, да, если вдруг это каким-то образом еще повлияет на то, какими словами вы будете сообщать свои гениальные идеи. Можно мой брать. Какими выражениями, цензурными ли, финансовыми ли. Мы готовы услышать первых, я так понимаю, первым у нас запускается Тройдер. От них есть просьба ко всем следующим выступающим вешать на себя петличку, микрофон. Да? Микрофончик вешать, потому что, я сейчас открою немножко, вот они будут демонстрировать сейчас, ну они сами будут о чем-то рассказывать, но по сути каждое следующее выступление в виде видеофайла будет ложиться уже к ним в работающий прототип системы. И я, как первый подопытный кролик, уже у них зарегистрированный и даже проинвестировал один виртуальный доллар в один из виртуальных проектов. Тишина полная. Мы онлайн-платформа для...